Казахстане определили предельный размер стоимости контрольного знака для маркировки лекарственных средств. Тариф теперь в размере 2,4 тенге. Пока это самый дешевый тариф среди товарных групп. Цифровая маркировка лекарств защитит граждан от контрафактных лекарственных средств, позволит предпринимателям выровнять конкурентные условия ведения бизнеса и обеспечит соблюдение прав на интеллектуальную собственность. А государству позволит сократить объем теневой экономики и увеличить поступление налогов в бюджет. Маркировка в Казахстане будет вводиться поэтапно. Сейчас прорабатывается вопрос о готовности рынка к нововведению.